Я вас всех приветствую. Сегодня у нас 5 мая. Трактор Кейс не справляется сам засеять все пропашные культуры, так что было принято решение, чтобы МТЗ 1025 тоже выходил с его старой сеялкой. Вот такой трактор. У него заклинил мотор, потом поставили мерседесовский. А сейчас стоит от веранда Т-70. И тянет. Сейчас залезет тракторист. Я вам покажу, как получается. Без культивации, без ничего. Проверили, если есть семена. Сейчас залезем и пойдем. Быстро идет.